Ну дай-ка я сделаю это. Я видео не буду снимать. Надо. А вот казалось бы, да, простой предмет. Кирим. Вот такая лампа. Лампочка не Ильича, а лампочка ультра. LED, 7 ватт, 3000 кельвинов. То есть это теплый свет. 3000 кельвинов, это теплый свет. Вот она перестала гореть. Я думаю, интересно глянуть, что в ней внутри. Я думаю, вам тоже интересно это дело. О, перенес я это все дело в освещенный стол свой. Вот такая лампочка. Сгорела. Возьми, да и выбрось бы, казалось, да? Но думаю, надо же посмотреть, что там внутри такое. Вроде прибор несложный. Но что-то ж внутри болтыхается. И взял я ее и скрыл. Думаю, вам тоже интересно. Недорогой прибор оказался довольно сложной конструкцией. Кирим. Вот это вот у нее сами светодиоды. Такая панелька. А стоит всего 2 бакса, даже меньше. Вот. А там внутри вообще крутяк. Вот такая микросхема. Представляете себе? Вот это насбирали. Там может даже и какой-нибудь искусственный интеллект запрятан. Ну вот. Это такая, я бы сказал, половина приемника из 70-х. Вот так, теперь вы знаете, выкидывая такую простую лампочку, что там все-таки внутри. Надо еще проверить, кстати, вот этот светодиод. Возможно, при каком-нибудь 12-вольтовом подключении он будет гореть. Не уверен. В электрике я слабоват. Но интересно, да? Такая, казалось бы, простая вещь. А насколько она нашпигована всякой электроникой. У нас книга как это, как там кино. Наши люди на такси в булочную не ездят, а мы вот ездим. Утреннее. Утром оказалось, что нет хлеба, как у Семена Семеновича Горбункова. Приходится ехать. Теренем, а что делать? Без хлеба нет зрелищ. И зрелище без хлеба тоже не радует. Так что вот так вот. Это хорошо, что у нас нет надежды на автолавку. А есть надежда на свои 4 колеса. Линз включить. Ох, день сегодня более-менее теплый, не надо машину размораживать, поэтому жизнерадостно отправился за хлебушком. Не забыть бы еще чего прикупить нужного. О, жизнь уже идет. Wildberries открыть. У вас есть древний Wildberries? Нету. У нас есть. Вот жизнь полностью бьет ключом. Люблю я, когда магазины уже открыты. Так все. О, смотрите, квадрицикл какой-то стоит. Электрическая тяга — это сила. 777 написано. Счастливый номер. А я думаю, что-то мимо меня проскочило с такой странной скоростью. Ну что, Ника, идем мы с тобой. А, тебе ж нельзя.
Я один пойду в магазин. Ну вот и все. Завтрак на траве нам обеспечен. Хорошо, когда есть магазин недалеко. Сел и поехал. Быстренько, раз, можно и пешком сходить. Но пешком у нас же это процедура. Скажи, Ника. Собачки. Собачки бедные прячутся. Эх, рыжика жалко. Поедем разными дорогами. Зажим плохо держит, ладно, потом. Типовенький зажимчик. Из три цены пластмассовый. А телефон тяжелый. Бамс на этой самой, на колдобине какой-нибудь. И привет. Утро сегодня хорошее, пятница. Думаю, может что-то такое свершить интересное. Но пока не подумал, не придумал еще чего свершить. Я в последнее время езжу на маленькой машине, мне это начало нравиться. Единственное, неудобно. Пассажирам не очень удобно. Машина все-таки низкая. Вылазит. Ника вот, зато Ники хорошо, Ника выпрыгивает. Ну, наверное. Вот обычное дело, поговорить по дороге. Где едут, где увидят друг друга сразу. Ну, тоже, как бы, традишн. Погода стоит замечательно. Равномерное такое. Не ветра сильного. Ни ветра, ни мороза, ничего. Такая стабильность. Стабильная стабильность. Ну что, поедем завтракать, а дальше не знаю. Хочется щуку какую-нибудь поймать. Но люди, знающие люди, говорят, что она пока не хочет она еще на наших озерах клевать. Посмотрим. Ника привела соседского кота домой. Завтрак. Все завтракают. Время завтрака. И Ника старается вот так чамкает. Ну что, нас ждет вот такая вкуснятина. Вкусно. Теос. Самый лучший йогурт в мире.